вот скажи, что это за порода? Это котик, представитель породы британская короткошерстная, который также бывает еще в длинном варианте длинношерстная. Вот этот котик как раз шоколад Point. Это так называемая колорная схема, то есть сиамская схема окраса. Вот. Это тоже довольно новая для британской породы. То есть мы знаем классику. Это голубой, шоколадный, черный, лиловый и так далее. Плюс сейчас есть богатая палитра уже рисунчатых окрасов и различных черепахов для кошек. Вот. Расскажите его родословную. Ну, этот котик родился, получается, от моих производителей, то есть у него уже разведение котик. Вот. Он несет величайший ген окраса цинамон, то есть это ген молотой корицы, да, вот. То есть очень новый для британов, то есть ему чуть больше там 7 лет, этому окрасу. Вот. Этот котик годовалый, еще молоденький. Вот. То есть тоже этот котик промежуточный, скажем так, вариант. Улучшенная, скажем так, часть папы, вот, оставлен нами для дальнейшей племенной работы по улучшению типа британских кошек. Чем вы его кормите? Кормим, конечно, профессиональными кормами, супер премиум класса и плюс мясо. Ну, британские коты, вот чтобы, скажем, отрастить им мышечную массу и хорошие щеки набить, очень любят натуральную пищу, такую, как, допустим, сливки, смешанные с яичным белком. То есть, да, для шерсти, для мышечной массы, для щек это очень такая... А сколько стоит на цене? Ну, цены разные, в основном сюда продаем и под кастрацию. Вот. То есть разведение только в питомнике и только то, что действительно вот, достойно продолжения. Ну, разница там может быть и от пола, и от типа. То есть в районе примерно 1000 евро. А именно этот котик во сколько вам обошелся? Этот моего разведения, он обошелся только, как скажем, в выращенных производителях. Вот. А как вы ухаживаете за шерстью? Ну, это профессиональная косметика американской фирмы Джероб. Вот, то есть различные текстурирующие, оттеняющие шампуни. А вы сами за ним ухаживаете или салонные? Вообще ухаживаю сама, но вот к этой выставке конкретно он у профессионального грумера Светлана Яковлева. Да, это питомник Оус Казань. То есть профессиональный грумер. А вы сами из Казани? Нет, сами из Новочебоксарска. А, понятно. А во сколько обошелся уход?